Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жану Самаюктам Биндаванам Манухарам Банча калпатару ващаки пасинду бевача патитананг павуне бхавишна вибью намо намаха муканкароти бача ланг пангун ланг хайте гирин ятки патам ханг банде парма ананду мадвам бриндавай тулсиде бой пьявай кешвасача шна вакти паде деви сатто ваттои намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудир Санкиртане кишна катхопадеши Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти жокта Бхакти прамадакша жагод варуна Дейям сада паривабагна мавиштадухам тетас падам сива виренчанутам сараньям битатихам панотапал бхавадипутам банде махапурусате чарнаравиндам ятпад паллавана качанда мани чатая биспуриджита кимапигабхавадушвадарши Пурна-нурагра-сасагра-сар-мурти сарадхикамай-кадам-кипам-кароси Шри Кришна Чайтанна Прабху-нитта-ананда Сиаддхайта-гададхара-сивасади Гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху-нитта-ананда Сиаддхайта-гададхара-сивасади Гаура-бхакта-бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишам бару дижа бару жугадхарма палау банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пааду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибушихи табам бхагам Нараяно приямананго мадапухарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги шаджушшо бадане Лакшми ясвача бхакшаши Ясьясте хидая самбид Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Данте тинакам нидхайо падайо хор нипатто Какушалто этадахам бабрими
хе садаво шакалами бабихайо дура чайтанна чанда чаране курутанурам данте нидайо тинакам падайор нипатто какушато итадахам бабрими хе садаво шакалами бабихайо дура чайтанна чанда чаране курутанурам Чайтанна чанда чаране курутану рагам, Чайтанна чанда чаране курутану рагам. Горья Гоштипати. Гаудья Гоштипати. Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Ачарья является представителем Бхагавана. Через Ачарью Бхагаван дарует нам татва-гьяну, открывает нам знания о Дхамме. То есть, другими словами, Бхагаван является знание через Ачарью. Так Шрила Прабхупада сказал, что нет другого пути узнать о трансцендентном мире, кроме Ачарьи. Можно покупать книги, можно из разных источников собирать знания, но без Ачарьи получить знание невозможно. Татва-гьяну можно обрести лишь от всего сердца, служа Ачарье. Это единственный способ обрести татва-гьяну. Прабхупад говорит, что то, что происходит в трансцендентном мире, апракрита-джагат, люди не могут описать. Они никак не могут предоставить нам информацию о трансцендентном мире. Прабхупад часто говорил, что не каждый может рассказывать харикатху. На Бенгале Бхактивинода Такур говорит этот стих. Nobody can speak about that apprakriti jagat. Nobody can speak about apprakriti except those who are the messenger of Bhagavan coming from that apprakriti. Никто, кроме прямых посланников Господа, не могут рассказывать харикатху. Somebody can give you information, but that information is not perfect information. And vital point, if realization power is not inside that man from which you are hearing harikatha, that is not perfect. Если вы слушаете харикатху от того, у кого нет осознаний, совершенного результата не обрести. Можно начитаться книг и затем рассказывать лекции перед студентами. Но это не говорит о том, что у спикера есть осознание. Можно начитаться о Гималаях и рассказывать о них другим. Но пока вы сами не окажетесь там, пока вы не ощутите свою ничтожность, свое, насколько вы малы, крошечны по сравнению с огромнейшими Гималаями, когда вы это ощутите, вы разовьете смирение. С сегодняшнего дня
невозможно так, что вот с сегодняшнего дня я буду смиренным. Нет, это процесс не таков. Если вы будете говорить мягко, вежливо, учтиво со всеми, это еще не смирение. То есть своими собственными усилиями смирения не достичь. Смирение приходит автоматически, когда мы сталкиваемся с тем, кто неимоверно превосходит нас. Когда я вижу, насколько он возвышен, моя голова сама автоматически склоняется перед ним в поклоне. Когда мы предстаем, если мы предстанем перед таким возвышенным саду, мы автоматически захотим предложить ему поклон и ощутим свое, ощутим смирение. Однажды мы всего один раз Гурупад Падма летел во Вриндаван на самолете. Мы устроили так. Все это устроили. Его привезли в аэропорт. Там была особая комната, где он ждал, ожидал самолет. Но что было чудесно, что полицейские, которые там работали, работники аэропорта не знали, что это за личность. Тем не менее, увидев его, они стали предлагать поклоны. Гуру Махарадж, сходя с самолета, нес данду. И все, встречая его, все работники аэропорта вышли к нему навстречу, чтобы предложить ему поклоны. Но он не просил ему кланяться. То есть почему так произошло? У них даже не было информации о том, кто перед ними. Потому что такие личности, такая личность, как Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, полностью преданы лотосным стопам Господа. Итак, когда мы встречаемся с возвышенной личностью, когда мы стоим перед ним, автоматически мы испытываем смирение и предлагаем поклоны. Смирение очень редко. Можно разбогатеть, можно прославиться. Но смирение, обрести смирение так сложно, так редко выпадает возможность. Так же редко, как редко можно встретить подлинного вайшнава. Прабхупад говорит, что порой Бхактивинода Тхакур ругал нас. Когда Бхактивинода Тхакур оставил мир, он рассказывал, Прабхупад рассказывал, Бхактивинода Тхакур строго говорил нам, что если вы сами не следуете в совершенстве всем предписаниям, не нужно идти на проповедь. Прежде всего, встаньте перед зеркалом, проповедуйте себе. Люди чаще всего думают, что те, кто говорят строго, не обладают смирением. Но Прабхупад объясняет, что лишь те, кто установились в истине, те, кто предались полностью, могут говорить абсолютную истину. Они не боятся говорить правду. Как это не боялся делать Бхактивинода Тхакур, строго говоря, что прежде всего необходимо проповедовать себе. И то же самое в случае с Вриндаванадас Тхакуром. Люди не понимают, почему он делает подобные заключения, почему он говорит, угрожает ударить по голове. Но на самом деле ему присуще еще... То есть он обладает выдающимся смирением среди всех преданных. Удава Махарадж хотел предложить поклон Дурьотхане.
Это в действительности человеческий этикет. То есть можно следовать этикету, общепринятому этикету, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы это не мешало вашему баджану. И вайшнавы всегда, всегда очень внимательно за этим смотрели. Во время британского правительства, правления, Прабхупад приглашал на встречи представителей этого британского правительства. И что вы думаете, они выражали ему должное почтение? Да они даже не понимали, кто перед ними. Все, что они могли просто сказать «спасибо, спасибо». То есть имеется в виду, что... То есть «thank you, thank you». То есть они даже не понимали, что хотя бы поклон надо предложить. Они сидели за столом, а Прабхупад беседовал с ними. Это своего рода техника. Но вся техника, все... Любая техника в общении должна быть задействована на благо проповеди, на то, чтобы помочь людям узнать о Чайтанье Махапрабху, но не на мое собственное благо, не для того, чтобы прославить себя. Итак, Прабхудананда Сарасвати Пад предлагал поклоны всем и каждому, поскольку он видел в каждом присутствие Господа. Он подбегал ко всем, к каждому, и, ухватив их за стопы, молил: «Пожалуйста, совершайте баджан Господу, поклоняйтесь Господу». Как помните, вчера я говорил о разных видах парадхи. Обусловленная душа хронически больна. Люди думают, что если вайшнав говорит каким-то определенным образом, он непременно преследует какие-то корыстные мотивы. Гуру Махарадж говорил, что порой я стесняюсь говорить о Гуру Татве. То есть имеется в виду, что я стесняюсь сказать, что нет другого способа, кроме как Гуру Сева, нет другого способа для прогресса, кроме как служения Гуру. Но если я буду говорить так, говорил Гуру Махарадж, наверняка многие подумают, что я хочу получить от них служение. Поэтому порой я стесняюсь говорить об этом. Конечно же, Вриндаван Дас Такур, очевидно, что Вриндаван Дас Такур не стремился к пратиштхе. Иначе почему бы он стал говорить так смело, так открыто и жестко? В действительности, за его словами стоит глубочайшая привязанность к дживе, глубочайшая любовь к дживе. И в то же время жертвоприношение себя на помощь дживам. Как если
Посмотрите, как проходили парикрамы. К примеру, Вамана Госвами Махарадж. Проходили тысячи людей, окружали постоянно вайшнава. Но это нисколько не беспокоило его. И что они говорили об этом? Перед тысячами я могу сохранять покой. То есть люди, преданные, громко совершали киртан. Вама Госвами Махарадж говорил, что меня это нисколько не смущает, нисколько не тревожит и не беспокоит. Я по-прежнему спокоен. Так вот, сколько же Гуру Крипы необходимо для того, чтобы ситуация была настолько... То есть разные ситуации, в разных ситуациях оказывался Вама Госвами Махарадж. Люди даже, некоторые даже выступали в оппозицию, пытаясь навредить Махараджу, но он... Но его покой был... не был нарушен. Кругом были заговоры, но преданный не перестает рассказывать харикатху ни при каких обстоятельствах. Нам сложно это представить. Это качество Гаур-бхакты. Качество Гауранги Махапрабху и его преданных. Такое возможно только для них. Итак, вчера я говорил о том, что Вриндаван Дас Такур по своей беспричинной милости составил эту книгу Шри Чайтанья Бхагавату по милости Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Бхагавата и Шримад Бхагаваджи Махапуран не отличны друг от друга. Если вы будете думать, что Шримад Бхагаватам занимает более высокую позицию, что она написана, составлена на санскрите, вы совершите оскорбление. Вы будете поражены, если узнаете всю сокровенную сиддханту, содержащуюся в этой книге. Во время Прабхупады Шипад Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж, это был очень высокий вайшнав. Его видно было издалека. И когда он говорил, ему не требовался микрофон, он говорил, мог говорить очень громко. И тысячи людей могли слышать то, что он говорит. Вспомните, когда мы ездили в Девананда Гаудиамадх, потратили тысячи рупиев. Но когда я начал говорить, никто не был заинтересован в том, что я говорю. Сломался микрофон, а запасного не было. Когда с утра было сказано, что Бхарати Махарадж должен отправиться на проповедь, Прабхупад через какое-то время зашел, чтобы узнать, ушел ли он у преданных. Те сказали, да, он ушел. Какую книгу он взял с собой? Бхагаватам. Бхагаватам. Он должен был взять с собой читание Бхагавата. Он не хотел тем самым сказать, что Шримад Бхагаватам бессмысленен. Нет, но этим он говорит, что наша обязанность проповедовать беспричинную милость Махапрабху. Наставление моей Гуру Варги,
То есть, когда бы я не, даже не рассказывал Шримад Бхагаватам, я всегда упоминаю читание Бхагавату и читание Чаритамриту. Я научился этому от моей гуру Варги. То есть я всегда провожу аналогии. So, yesterday I was discussing about Ajanulambita Bhujo Kanakavadhatu Sankirtanaika Pituru Kamalaya Taksho Vishyambaro Dijavaro Yugodharma Palo Bande Yagat Priyakaro Karunavataro. Вчера мы обсуждали этот стих. About Kanakavadhatu, there Prabhupada wanted to indicate so deep thing about Kanakavadhatu. Слова «канака-авадатто» Прабхупад объясняет глубинный смысл. Цвет тела Гауранги Махапрабху и Нитянанды. Он говорит нам, что Шримати Радхарани является Ашрая Виграхой. Predominated absolute is Srimati Radharani. Follow what I say. Predominating absolute is Krishna. A predominated absolute is Radharani. So, Nomiddhate Abhrabhupushe Toritambarayo, one sloka. You can go through Bhagavatam. There you can find this sloka. Srimad Bhagavatam is sloka. Brahma already done mistake. Которая произносится после того, как Брахма совершил свою ошибку, он произносит ее. Some of Guru Varga giving indication. Brahma not speaking. Toritambaraya mean, Torit mean is a Bengali word, Sanskrit word. Torit mean lightning. Torit mean lightning. You know, in the sky? Torit означает молния. So lightning, why Brahma suddenly going to speak this thing? Почему Брахма вдруг ни с того ни с сего начинает говорить, произносить эти слова? Ты единственный объект поклонения. И именно тебе я предлагаю поклоны. В этом стихе содержится глубочайшая философия. Почему Брахма приводит в пример тучи и молнию? Почему именно так? То есть он использует их для того, чтобы описать цвет тела Кришны. То есть он тем самым говорит, что в темное время суток по небу проплывают тучи. К примеру, на Амавасию, когда не светит даже луна, полная темнота. Если посмотреть в такое время на небо, неясно, что там на небе? Совершенно не видно ничего. Ни облака. Но когда на ней появляется молния, сразу видно все, что там находится. Видно облака, видно тучи. You can never
you can never know. But when there is lightning, Krishna is compared with the black cloud. Таким образом, Кришна, он сравнивает с темными облаками, а Шримати Радхарани с молнией. И таким образом, лишь благодаря вспышке молнии можно увидеть, что происходит на небе, увидеть эти тучи, и лишь благодаря Шримати Радхарани можно понять Кришну. Необходимо принять прибежище Радхарани, которая явит нам Кришну. Итак, приняв Рада Бхаву, Гауранга Махапрабху смог открыть нам сокровенные истины о Кришне. Нитьянанда Прабху, кто он? Вы знаете? Кто такая Джанава Такурани? Ананга Манджари. В соответствии с Веданта Сутрой, Шакти и источник Шакти не отличен друг от друга. Таким образом, Джанава Такурани является Шакти и Нитьянандой, и они не отличны друг от друга. Но если это так, то почему же я утверждаю, что Нитьянанда Прабху принимает участие в Раса-лиле в форме Ананга Манджари? Ананга Манджари на самом деле не отлична от Шримати Радхарани. Она является ее младшей сестрой. Родной сестрой. Поэтому она... Поэтому Шримати Радхарани, она очень дорога Шримати Радхарани. Почему мы утверждаем, говорим, что Гурудев не отличен от Кришны? Потому что он его самый дорогой спутник. Когда я кого-то люблю всем сердцем, я чувствую, что он находится в моем сердце. Я чувствую его присутствие в своем сердце. Это так происходит даже в материальном мире, когда юноша влюбляется в девушку, и она всегда в его сердце. Калидас является знаменитым мирским поэтом. Он составил, написал книгу, в которой говорится о том, как сыновья, слуги Кувера получили наказание. Слуга Куверы должен был поддерживать сад. Имеется в виду следить за садом так, чтобы там был покой, чтобы там было все в порядке. И то, что росло в этом, все, что там росло, предлагали Шивджи. Фрукты, цветы. Как мы знаем, Шанкар Бхагаван живет в Гималаях на Кайласе. Но этот слуга был невнимательным в своем служении. Тогда царь наказал его.
он сказал, на определенное время я изгоняю тебя из этого сада. Будешь жить в одиночестве. Но там находилась его возлюбленная, и поэтому он глубоко переживал разлуку. Он смотрел на облака и говорил: «Пожалуйста, передай послание моей любимой». Когда вы сильно любите, вы забываете о том, что есть материя, что одушевлено, что нет. То есть это не имеет значения. Так он обращался к облакам. Итак, Ананга Манджари определенно не отлична от Шримати Радхарани. Вриндаванда Стакур недаром пишет «Канака Вадату». Он тем самым он указывает на то, что несмотря на то, что Махапрабху Нитьянанда Прабху является аватарами, является Верховным Господом, они принимают образ преданных. Итак, в словах Брахмы содержится глубинная философия, что лишь при помощи вспышки молнии мы можем разглядеть то, что находится на темном небе. И точно так же недаром сравнивается цвет тела Махапрабху с молнией, с цветом молнии. Коруна-аваддату переводится как «из беспричинной милости». Из беспричинной милости Махапрабху не зашел в этот мир. Махапрабху — самая милостивая инкарнация. Гуру Нитьянанда. Как мы говорим, хлеб с маслом. Образует собой бутерброд, который... То есть наука и философия идет рука об руку, идут вместе. Без философии наука не может существовать, без науки философия. Все научные инновации, исследования, за ними стоит глубокая философия. Прежде всего, происходит появление философской теории, то есть какой-то философской мысли, а затем люди стремятся при помощи науки изобрести, воплотить в дело философские заключения. When Indra, all everybody, they like to take, you know,
bow and arrow, they're doing mantra, and they are going to follow the sound. Missile mean? Если почитаете Рамаяну, там Дашаратхи Махарадж, когда он охотился, он использовал лук и при помощи мантры он направлял стрелу в точности на источник звука, его цели. То есть философия заложена еще в Рамаяне. То есть все оружие и так далее, все это описано в Рамаяне. Без философии Эйнштейн не достиг бы своего успеха. В действительности, почему был таким успешным? Потому что единственным смог понять, что любой объект является источником энергии. В нем содержится энергия. Он читал Гиту ежедневно. Никто из ученых не понимал значимость Гиты, но он понимал, именно поэтому он изобрел, сделал такой значительный вклад в науку. Мы можем ставить тилаку, носить кантималы, повторять Харе Кришна, но необходимо понять глубинное значение философии. Когда мы отбросим все свои эгоистические интересы, когда мы возненавидим их, когда мы возненавидим даже свое собственное тело, и поймем, что оно является препятствием в моем баджане. Почему постоянно мне хочется отдыхать, ходить в туалет, пить, есть? Когда Махапрабху шел по лесу, была ли у него вода, была ли у него пища? Ничего у него не было, он просто шел и повторял все эти имена. А Санатани Госвами, мы знаем, что когда он проделал свой длинный путь из Вриндавана в Пурушоттама-дхаму, он заболел из-за того, что пил из грязного озера. Не было у Махапрабху такого умонастроения, что вот если у меня будет по расписанию обед, ужин, тогда я смогу спокойно повторять харинам. Этого не было у Махапрабху, но он был полностью погружен в баджан. Но мы думаем, о, у меня Гуру Махарадж, мой Гуру Дев такой успешный, такой популярный, удачливый, я буду ему служить и тоже такой же знаменитости обрету. И Гуру также думает, о, так хорошо, что вот мне этот человек служит, это меня прославляет. Таково положение дел в нынешнее время. Харикатха, я говорю о Гуру Нитянанда.
Многие не готовы рассказывать харикатху, если перед ними не сидит тысячный зал. Но на самом деле мы рассказываем харикатху для удовлетворения горы Нитьянанды, для удовлетворения моей гуру Варги. Для своего собственного очищения, не для того, чтобы прославиться. Итак, следующая шлока. До этого момента мы обсуждали первую шлоку. Вчера и сегодня. А сейчас мы переходим к второй шлоке, в которой также сокрыта глубинная философия. Ее значение могут понять только такие личности, как Бхактивинода Такур, Прабхупад. Никакой ученый пандит не сможет объяснить ее глубинное значение. Когда происходило санкиртна, Махапрабху не чувствовал, когда приходили к посторонней, Махапрабху не чувствовал вдохновения совершать киртан, как прежде. Но глубокая философия не для всех. То есть имеется в виду, что обычные люди не могут понять глубокую философию, она им не интересна. Итак, боль и удовольствие, которые вы испытываете, не существует вечно. К примеру, вам причинили боль. Да, вы испытываете боль. Но это происходит лишь потому, что на вас действуют тригуны материальной природы, влияние майи. Когда мы находимся под их влиянием, мы испытываем их влияние, то есть испытываем боль. Когда преданного же оскорбляет, причиняет ему якобы беспокойство, боль, он ничего не чувствует. Поскольку на него тригуны материальной природы не действуют. Мы дживатма, в нашем теле находится душа, но наша проблема в том, что мы думаем, что мы тело, и в нем есть душа, но на самом деле я душа, и у нее есть тело. Тело состоит из пяти элементов материальной природы. И все проблемы в действительности начинаются, когда у нас нет правильного представления о том, что есть наше тело и что есть наша душа. Мы начинаем спорить с вайшнавами, мы не можем совершать служение. Это в действительности непонимание, вот это демоническая концепция. Представление о себе как о теле. Преступника можно заключить в тюрьму,
Но разве это изменит его сердце? Да, он отсидит 2 года, 5 лет, но как только он выйдет, он будет делать то же самое, ведь сердце его осталось прежним. Но Гауранга Махапрабху меняет сердце полностью. Сердца тех, кто следует Махапрабху, меняются. Если моя харикатха не меняет вас, если вы не меняетесь, слушая харикатху, то как бессмысленно ждать, что если я вас побью, вы изменитесь? Бессмысленно думать, что если я вас побью, это вас изменит. Итак, наши страдания и наше удовольствие временные, они не существуют вечно. Так почему же мы их тогда чувствуем, испытываем? Потому что на нас влияет гуны материальной природы. Но то, что вечно, не проходит со временем. То есть оно остается с нами навсегда. И никто не может разрушить вечное. Никто не может разрушить трансцендентный мир, то, что трансцендентно, апракрита васту. Хираньякашипу пытался убить Прахлада Махараджа, поскольку он считал, что тот против него. Но Прахлада Махарадж просто рассказывал абсолютную истину. Он не воспринимал его как своего врага. Проблема Хираньякашипу заключалась в том, что он видел в Прахладе своего сына, который обязан ему повиноваться, но он не видел в нем душу. Нечто подобное происходит сейчас в нашем обществе. Я знаю, что все общество преданных не расположены ко мне. Они не любят меня лишь потому, что я всегда хотел говорить истину. Я хотел говорить то, что повторять, что говорил Прабхупада. Тем не менее, то, что они не принимали меня, не могло остановить меня рассказывать харикатху. Прабхупад предсказал. Возможно, это не находится в открытой, доступной форме, но я слышал это Парвата Госвами Махараджа, который родился в Гадруме, это возвышеннейший преданный Бхакти Самбандха Парват Махарадж. Он родился там и посещал Харикатху Бхактивинода Такура, когда тот рассказывал Харикатху Свананда Сукхада Кунджа. Итак, он был прямым учеником Бхактивинода Такура, Прабхупада, и он сказал, я от него слышал напрямую, что Прабхупад предсказал, что в будущем люди будут разрушать друг, то есть стараться убить друг друга.
100 лет назад Прабхупада предсказал, что это будет происходить в обществе преданных, что люди будут пытаться убить друг друга. То есть зачем останавливать чью-то харикатху? Зачем запрещать кому-то рассказывать харикатху? Не хочешь — не слушай. Когда в Бхагаватам сказано, что даже если человек не слушает харикатху, не понимает ее, но просто говорит, что да, замечательная харикатха, он уже получает благо от этого. Тот, кто просто позволяет харикатхе звучать хорошо, пусть харикатха звучит, но при этом не слушает, он уже получает благо. Но сейчас мы заняты разделением на организации, накоплением учеников. И Прабхупад сказал: лучше мне уйти. Что поделать с этим? Пусть они делают, что хотят. Если они хотят погрузиться в политику и деньги, пусть делают, что хотят. И те, кто стремятся к положению, деньгам, ученикам, они все это получают, а вы сможете получить то, что хотите вы. Вы слышали этот стих? Он произносится в Бхагаватам, когда Кришна, приготовился принять рождение из лона Деваки, полубоги уже знали о том, что это произойдет, и все они прибыли в темницу Деваки. И взмолились: ты абсолютно истина, и все, что с тобой связано, является абсолютно истиной. Твое существование — абсолютно истина. Ты — тайна тайн. И сейчас Вриндаван Дас Такур Махашая проводит аналогию с этим. Он указывает на это. И теперь это дает нам понимание того, что Вриндаван Дас Такур Махашая никто иной, как Вьясадева. Каждый день, хотя бы 15, 20, хотя бы 10 минут нужно читание Бхагавату. Это совет Бхактивинода Такура. Не забывайте делать это. Вы можете... Лучше не поешьте. Забудьте про просад, но не забудьте про чтение Бхагавата. Если вы забудете, это станет большой... То есть это очень опасно — забывать про чтение Бхагавата. Кто вас спасет, если не она? Итак, он предлагает поклоны. Абсолютной истине. The technology, light catching, they can go back to, one lakh year before, what was the condition of all? James Webb telecast, at present they discover. Just by watching light, because time, light coming, taking some time, and according to that calculation, they can understand. Hello, what Bhagavan Sri Krishna told in Kurukshetra, то, что было сказано Бхагаваном Кришной на Курукшетре, ученые пытались
при помощи своих инноваций уловить. То есть при звуке создаются определенные вибрации, и ученые хотели каким-то образом их, ученые нынешнего времени хотели их каким-то образом уловить, уловить то, что было сказано Кришной 5000 лет назад. Итак, мы принимаем прибежище, мы просто принимаем прибежище абсолютной истины Бога, абсолютной личности Бога. Зачем принимать прибежище у материалистов, у выдающихся, может быть, материалистов? К чему это приведет? Это просто разрушит нашу жизнь. Гурикшота с Бабджи Махарадж. То есть, глядя на таких преданных, как Гурикшота с Бабджи Махарадж, мало кто привлекается ими, потому что они не видят блага, которые могут получить от них. Но они не видят, что такие личности, как Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, в любой момент, как только захотят, могут овладеть всей пратишхой этого мира. Но она им не нужна. Даже Брахма, Шанкар выражают почтение таким преданным. Вы слышали историю Гопа-кумара? Сколько почтения Гопа-кумар получил в процессе своего путешествия. Но изначально он был обычным нищим. Сколько аскез, сколько трудностей, со сколькими трудностями столкнулись Санатан Госвами, Рупа Госвами, Джива Госвами. При этом они писали свои грандхи, не было недостатков в витаминах, протеинах и так далее. Все они получали от Хари Баджана. А мы сейчас думаем: о, Махарадж, у вас должно быть все хорошо с витаминами, диета должна быть сбалансирована. Вот лечит меня. Но я, когда жил во Вриндаване, ел одни сухие чапати, никто не думал о моей диете. И кто же питал меня? Питал Бхагаван. И я был здоров и счастлив. Что же говорить о том, чтобы фрукты есть, я их месяцами не ем, но при этом я жив и здоров. А вы думаете, что мне надо витамины и протеины пить? Итак, Вриндаван Дас Такур Махашая устанавливает абсолютную истину, чтобы мы смогли осознать ее, прежде чем начать чтение, читание Бхагаваты. Было бы хорошо, если вы знали хотя бы чуть-чуть бенгали, чтобы хотя бы минимум могли понимать. Итак, Джаганнат Сута. Сута — это сын. Это санскритское слово. Тикал Сутай, абсолютно true. And Джаганнат Мисо Сутайача,
Джаганат Мишра Сутаяча, то есть сын Джаганатха Мишры, это Гауранга Махапрабху, Нимай. Ему мы приносим свои поклоны. Вриндаван Дас Такур выражает свои смиренные поклоны. Но как мы знаем, у Джаганат Мишра было два сына. Еще была дочь, которая рано умерла. Первый сын ушел, а вторым сыном был Нимай. Когда Вриндаван Дас Такур писал эту книгу, и первого сына Джаганата Сута уже не было. Его поклоны, он уже выразил свое почтение Вишварупе, он уже выразил почтение. Вы можете удивиться, он уже ничего о нем не говорил, как это он выразил ему свои поклоны. Нет, я говорил вам о том, что Вишваруп — это никто иной, как Нитьянанда. Прославляя Нитьянанду, он прославил Вишварупу. Вриндаван Дас Такур здесь говорит об одном Нимая. Конечно же, Вриндаван Дас Такур не совершает никакой ошибки, он не мог совершить никакой грамматической ошибки. Соответственно, он имеет в виду Сутайча, то есть одного сына Джаганата Мишры. Он говорит о Нимае, о Гауранге. Неправильно предлагать поклоны одному Гауранге. Предлагая поклоны Гауранге, я должен упоминать все его параферналии. Как я уже много раз говорил, Бхагавата-таттва не включает в себя одного Бхагавана. Да, она едина. Тем не менее, нельзя забывать бесчисленное многообразие проявлений Господа. Майвади утверждает, что Адвайта Гьяна Таттва ничего из себя не представляет. Она не имеет значения для нас. Тем не менее, в соответствии с философией Гаудия Вайшнавов, это не так. Конечно же, Вриндаван Дас Такур предлагает поклоны не одному Нимая. Он предлагает поклоны всем его проявлениям, всем его спутникам. Поэтому он и упоминает ему поклоны Гауранге со всеми его спутниками, с его сыновьями, о чем речь, у него же не было сыновей. All, you know, sons, and together with all
А также я предлагаю поклоны всем его шакти, пишет Вриндаван Дас Такур Махашая. Шакти женам. Каков же глубинный смысл этих слов? Бхактивинод Такур объясняет нам. Также Прабхупад объясняет. Грихастха бхакты, которые от всего сердца служат Гауранге, могут называться варитра. А сапутра — это те, кто приняли отреченный образ жизни, такие как Рагунат Дас Госвами, Санатан Дас Госвами, Рупа Госвами. Они приняли отреченный образ жизни всей душой. Они отдали даже свое собственное тело Гауранге. Вот в отношении них используется это слово «сапутрая». То есть те, кто приняли отреченный образ жизни, могут называться сыновьями Махапрабху. Мы не можем понять, что в сердце Вриндаван Дас Такур Махашая, что им двигало, когда он писал эти строки. Но Бхактивинод Такур и Прабхупад точно это знают. Поэтому они и дают нам эти объяснения. Бабаджи с Навадвипы очень злятся по поводу противоречий, возникающих в отношении саньясы. Они ненавидят саньяса-врату, утверждают, что нет никакого предписания для саньяса-враты. Но в Упадешамрите, даже в Упадешамрите содержится наставление в отношении саньяса-враты. Вачовигам, манаса, кротха, вигам. Что под этим, что подразумевается под этой шлокой, под этими словами, что необходимо контролировать свой ум, речь, желудок, гениталия? В ней содержится предписание для саньясы. И если они не следуют этим предписаниям, они отправятся в ад навсегда. Они утверждают, откуда это вообще Гаудия Матх взяли, что, с чего они взяли, что надо принимать саньясу. Но все это описано. Махапрабху принял саньясу. Прабхананда Сарасвати Пад принял саньясу. Брахмананда Бхарати. Все носили шафран. Так а что ж тогда? О чем вопрос? В чем вопрос? Я думаю, что глупцы не должны приходить в Харибаджан. Я хочу, чтобы они пришли, но из-за своей глупости они приходят, совершают ошибки, совершают оскорбления и их отбрасывают от Харибаджана надолго. Поэтому лучше им вообще не приходить, пока они не обретут необходимые качества. А из-за оскорблений по своей глупости они отправятся в ад. Несмотря на то, что Адвайта Гусай является самим Махавишна, он воспринимает себя как слугу Гауранги Махапрабху. А калатра на санскрите означает «жены». И Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что я предлагаю поклоны и женам Махапрабху. Санскрит настолько сложен, что малейшее изменение слова
предложение изменит все его значение. Незначительное изменение меняет род, изменение слова с женского на среднее или с женского на мужское. Итак, я предлагаю поклоны сыновьям, женам Махапрабху. То есть я предлагаю поклоны Махапрабху и его спутникам. Мы настолько удачливы, мы сейчас находимся здесь, в Майпуре. Мы забыли свою удачу. Каждый день Брахма и Шанкар приходят предложить поклоны Гауранге сюда, в Майпур. Насколько же мы удачливы, но мы не чувствуем этой удачи. Здесь пыль со стоп Гуру и Вайшнавов. Кто может заявить, что он не может получить пыли с лотосных стоп Вриндаванас Такура, великих спутников Махапрабху? Все это возможно, потому что их пыль здесь, в Святой Дхаме. Вы знаете, намо, слово на санскрите, которое означает на, но плюс ма, намо, состоящее из двух слогов. На значит нет, мо значит ложное эго. Таким образом, намо означает отсутствие ложного эго. Прежде чем предложить поклоны, необходимо отбросить свое ложное эго. В противном случае наши поклоны будут впустую. Просто какое-то каким-то шоу. Бхарати Махарадж часто говорил эту шлоку. Если вы будете предлагать поклоны Вишну-татве, но нужно с левой стороны предлагать поклоны. Когда поклоны гуру предлагаем, необходимо предлагать поклоны напрямую. Если предлагать поклоны будете неправильно, не в соответствии с этим правилом, все это будет бессмысленно, ваши поклоны. Что же говорить о намо? То есть это еще более глубокая философия, что необходимо... То есть если вы даже не понимаете определенные правила, как кому предлагать поклоны, что же говорить о том, чтобы понимать, что поклоны надо предлагать без ложного эго? Есть картина, на которой изображен Дойчира Утсав в Панихате, пир в Панихате. Там изображен там Гауранге Махапрабху предлагает поклон напрямую. Потому что Гауранга, Нитьянанда, является воплощением Гуру Татвы. Поэтому, то есть с такой концепцией в действительности не будет ошибочно предлагать поклоны Нитьянанде напрямую, то есть прямо. Но Гор Вишну при необходимо поклоняться с левой стороны, кланяться левой стороной. Шаньяс Мурти
wanted to establish the idealism of a number one servant, sevak. Мурти Гауранги Махапрабху, после того, как он принял саньясу, не поклоняется таким мурти. Только Гаур Вишнуприя мурти поклоняется, потому что после того, как он принял саньясу, подразумевается, что если лишь один, то есть он в настроении слуги сам поклонялся Верховной Личности Бога. Итак, если мы предлагаем поклоны сложным эго, они бессмысленны. Итак, два дня я объяснял первую шлоку, сегодня мы затронули вторую шлоку, на сегодня мы остановимся здесь. Постепенно, по милости Вриндаван Дас Такура, все наши гуру варги, по их благословениям, мы продолжим наше чтение. Очень сложно понять татву Гауранги Махапрабху. Если они не даруют мне милость, я ничего не пойму. Значение слов, значение стихов автоматически проявляется по милости. Итак, помните шлоку, с которой я сегодня начал? Прабхананда Сарасвати Пад предлагает поклоны всем и каждому. Он бросается в ноги каждому и молит. Совершайте Гора Баджан, Кришна Читания Баджан. Он держит соломинку в зубах. Это является выражением смирения. Когда Рупа и Санатана пришли к Махапрабху в Рамкели, Анупам также был там, и Джива Госвамипад был на его руках, у него в руках, у него на руках. Они, зажав в зубах соломинку, припали к стопам Махапрабху и сказали: «Мы падшие, мы всю жизнь потратили на служение мусульманам. Спаси нас». Гауранга Махапрабху, выслушав их, сказал: «Зачем вы такое говорите? Я знаю ваши сердца». Задолго до этого они написали письмо Гауранге Махапрабху, передали через кого-то. И Махапрабху сказал тогда: «Прочитав это ваше смиренное письмо, я смог понять ваши сердца. И когда вы выражаете такое смирение, когда вы так ругаете себя, это ранит мое сердце. Мне невыносимо слушать критику ваш адрес». Ведь Бхагаван находится в сердце каждого. И лишь Бхагаван знает, что там происходит в вашем сердце. Если там лицемерие, Бхагаван знает, его никак не скрыть. Скрыть можно от каких-то людей что-то, от тех, кто, может быть, рядом с нами, но Гауранга, который находится в сердце каждого, как сверхдуша, знает все. Со смирением Прабхананда Сарасвати Пад говорит: Ванча Гарбадру Сикипасиндхуя.
Bhakti Dhamma Bhavana Vaishnava pure.